Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самаюктам Бинда Ванам Манохар Ванча Калпатару Васхике Басинда Бевача Патитананг Павани Бхавишнавибхьо Намо Нама Мукан Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайти Гирин Жатке Патам Аханг Банди Парамананда Мадама Бриндавай Тулсидек Байпиявай Кешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нама Нараяна намаскритта наран чайва нараттама Девин сарасвати вясам тату жайо мудира Шанкиртане кришна кату падеш Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти йогто Бхакти прамадакша жагод варвана Дхейям сада парибхавагнам авиштадохам Тетхас падам сивавиринчанутам сараньям Витатюхам ванатопал бхавадибутам Банде махапурушате чавна девиндам Ятпад паллавана хачандамани чатая Виспуриджита кимапикабодушва дарши Пурна нурагура сасагура сарумурти сарадика мои када кипам карус. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджануламбита Бхужав Канака Бодату Санкиртаной Капитару Камала Хитакшо Бишам Бару Дижабару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхавану Рупенна Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Варанаси Пурапати Бхажавихи Шанатам Ваги Саджушва Бадане Лакшмир Джасша Чавакшаси Джасьясте Хиде Самбихи Пам Нишинга Махамбхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Джанга
Brahma Varunendra Rudamaruto Stunmanti Dihi Vaishtavai Vedai Sangha Padakrama Panishadai Gayanti Yam Samaga Dhenavastita Tadgatina Manasa Pashanti Yam Yogina Yashantam Nabiduhu Surasuragana Devayata Asmai Namaha Jang Brahma Varunendra Rudamaruto Stunmanti Dihi Vaishtavai Vedai Sangha Padakrama Panishadai Gayanti Yam Samaga Dhenavastita Tadgatena Manasa Pashvanti Yam Yogina Yasyam Tamna Vidu Sura Surugana Devayuta Asmai Namaha Gauriya Goshtipati Гурья Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал, что темы, связанные с Кришной, крайне сложны. Обычные люди не способны их понять и поверить в них. Потому что все, что связано с Кришной, чудесно. Игры Кришны ошеломительны. Именно поэтому люди не могут их понять. Тем не менее, помимо Кришны нет ничего. Повсюду Кришна. Все, что мы видим, это Кришна. Напрямую или косвенным образом. Тем не менее, мы никак не можем понять, что Кришна вездесущ, всезнающий. Даже преданные не осознают это. Часто не осознают это. Поэтому Прабхупад сказал, что если вы хотите служить Кришне, но люди будут критиковать вас с точки зрения морали, честности, обязанностей, необходимо отвергнуть все, отвергнуть мораль и что бы то ни было еще ради служения Кришне. Кришна все привлекающий и также привлекает поклонение Ему. Поэтому какая бы любая мораль. Я готов отказаться от любой морали, от честности и чего бы то ни было еще. Из-за своей любви, если ради служения Кришне переполнены любовью к Нему, я буду делать что-то, за что меня будут критиковать, будут говорить про меня, он лишен какой-либо морали, лишен нравственности. Прабхупад говорит, даже в такой ситуации я должен на первое место ставить служение Кришне. Люди могут говорить все, что угодно. Прабхупад много раз говорил, что даже те, кто уже присоединились к сознанию Кришны, к преданному служению, в большей или меньшей степени осквернены майявадой. Он с горестью говорил, что когда майявади присоединились к Гаудия Матху, начались проблемы. Прежде проблем не было.
Но именно тогда, когда Майявади, переодевшись в преданных, стали присоединяться к Гаудия Матху, начались проблемы. Они оскверняют, хотят осквернить сокровища Гаудия Матха. Прикрываясь Кришнабаджаном, они накапливают деньги. Общаются с женщинами и так далее. Но если когда-нибудь вы сможете осознать, что такое Кришнабаджан, такие проблемы не будут волновать вас. Вы поймете, что Кришнабаджан превыше всего. И помимо него нет ничего в этом мире. Кому поклоняться, если не Кришне? Кто-то может сказать, что можно поклоняться Нарайане. Хорошо, можно, но что я получу? Что я обрету благодаря этому поклонению? Или, к примеру, можно поклоняться полубогам или Шанкар Бхагавану. Что вы получите? Максимальное благо, какое вы сможете обрести? Возможно, какие-то материальные блага, материальный достаток. Поэтому Парикшит Махарадж и задает вопрос Шукадеву Госвами. Обычно мы видим, что те, кто поклоняются полубогам, например, Шанкар Бхагавану, Дурге, Ганешу, они хорошо живут в этом мире. Я вот не могу никак это понять. Если Кришна, Верховный Господь, Он Бог богов, управляет бесчисленными мирами, почему же происходит так, что те, кто поклоняется полубогам, живут гораздо лучше, чем те, кто поклоняется Кришне? Те, кто поклоняется Кришне, как правило, у них нет денег. На это Шукадева Госвами ответил. О царь, Кришна не принадлежит этому материальному миру. Он за пределами материальных концепций. Его обитель находится настолько высоко, что мало кто может достичь ее. Лишь те, кто на 100% предались лотосным стопам Садгуру и Кришне. Те, кто поклоняются с материальными желаниями, например, поклоняются полубогам, они получают исполнение материальных желаний. К примеру, люди поклоняются полубогам, что-то у них просят, но полубоги не берут ответственность за этого человека, они лишь дают то, о чем их просят. Но Кришна берет ответственность. Когда Кришна дает кому-то что-то, Он ответственен за то, чтобы тот дошел до конечной точки, имеется в виду до цели, обрел его. Так или иначе, есть у нас материальные желания или нет, это не важно. Потому что мы должны так или иначе совершать Кришнабаджан. У нас может быть полно желаний. Но все равно мы должны совершать баджан. В конце концов, то есть все равно мы должны поклоняться Кришне, потому что Кришна возьмет за нас ответственность, и не сегодня, так завтра. Кришна доставит нас в конечный наш пункт назначения. А Шанкар Бхагаван подобного не сделает. Он просто дает то, о чем вы просите. Ты попросил, я дал. Но Кришна так не делает. Кришна защищает то, что у вас есть.
дает вам то, в чем вы нуждаетесь. Кришна берет ответственность за вас. Но никто из полубогов не может сделать подобное. Они не ответственны за то, что получится. Полубоги не ответственны за то, что произойдет с вами после того, как они исполнят какое-либо ваше материальное желание. Кришна всепривлекающий. Если вы хорошо подумаете, вы поймете, что куда идти, кроме Кришны. Кали ждет с серпом. Шанкар Бхагаван также ждет с оружием. А Нараян, у него чакра в руке. Только Кришна, единственный Кришна, безоружен. Единственное его оружие — это флейта. Остальные инкарнации Кришна, Варахадев, вся Вишнутаттва Аватара, все они с оружием. Кришна — исключение. Единственное его оружие — это любовь. У кого стрелы и лук, у кого чакра. То есть каждая инкарнация имеет какое-то оружие. Но Кришна пытается любовью победить ваш беспокойный ум. Бхагаватам дает нам четкое понимание, кому совершать баджан, кому поклоняться. Там есть очень значимые, очень впечатляющие три шлоки. Которые притянули Шукадева Госвами из леса. То есть Вьясадева Госвами произнес их так, что Шукадев Госвами обратил на него внимание. После того, как Шукадев Госвами родился, как ему было 16 лет на тот момент, на протяжении 16 лет он находился в лоне матери. Если подсчитать со временем созревания плода, всего 17 лет он провел в лоне матери. Он, когда его Кришна дал ему, заверил его, что «Моя мать не коснется тебя, выходи», он вышел. Но как только вышел, он даже не посмотрел ни на отца, ни на мать. Он побежал в лес. Пошел в лес, потому что он был Парамахамсой от рождения. Когда Шукадев Госвами был в лесу, он не знал, что такое материальный мир. У него не было никакой привязанности. То есть ему даже не интересно было, кто его отец, а кто мать. Ему не интересно было, кто даровал ему рождение, кто родил его.
Поэтому и говорится в шлоке, что без всяких ритуалов, без всяких благоприятных обрядов. То есть, когда рождается ребенок, нужно много провести обрядов. Ну, первый обряд — это перерезание пуповины, затем омовение, затем много последующих обрядов. Но Шукадева Госвами отказался от всего. А Вьясадева Госвами очень хотел вернуть его, потому что он знал, что это необыкновенный сын. Если я, он знал, что это необычайная емкость, куда можно влить нектар Бхагаватам. Так вот, он произнес две шлоки из Шримад Бхагаватам, которых было достаточно, чтобы привлечь внимание Шукадева, чтобы притянуть его, который был безразличен абсолютно ко всему. Что же это были за шлоки? Вы только что услышали их на санскрите? Кришна и Баларам бежали, бегут в лес, украшенный, Кришна украшен пером. Оба они выглядят прекрасно. У Кришны в руках флейта, а коровы, коровы необычные. Они бхакты в Шантарасе. Все коровы Кришны — это Муни и Риши. Они идут в лес, следуя за Кришной. Кришна украшает гирлянда из пяти лесных цветов. Имеется в виду из пяти видов лесных цветов. Эти цветы необычайно прекрасны. И из такие пять видов цветов образует собой Ваджаянти Малу. Это очень особая гирлянда, в которой сочетаются эти пять видов цветов. Они пахнут особенно, благоухают. И такая гирлянда украшает Кришну. Поэтому в Бхагаватам и сказано, что этот облик необыкновенно прекрасен, облик Кришны. То есть Шукадев сразу же привлекся этим. В этих шлоках описывается красота Кришны, и она и эти шлоки поэтому так сильно привлекают. Но мы не испытываем влечения из-за майи. Железо должно притягиваться магнитом. Магнит должен притягивать железо. Но если этого не происходит, это говорит о том, что что-то не так. Нужно посмотреть, в чем дело. Можно увидеть, что заржавело железо. Толстый налет железа мешает притянуться железу к магниту. Вы знаете, что магнит образует магнитное поле. И если
в это магнитное поле попадается железо, оно автоматически притягивается. Но если на нем налет железо, на нем налет ржавчины, притяжение не произойдет. С нами происходит нечто подобное. Все мы должны притягиваться к Кришне. Это несомненно. Но этого не происходит. Единственная причина этому — это покрытие Майей. Именно из-за ее влияния мы не чувствуем влечения к Кришне. Итак, услышав эту шлоку из уст своего отца, он обезумел. И он спросил отца, кому поклоняться? Кому? Полубогам? Или какой-то из аватар Кришны? Кришна освободил Путану. У кого мне принять прибежище? Посоветуй мне. Я знаю о милости Кришне. Я услышал о милости Кришне, что он настолько добр, что когда к нему пришла Путана с целью убить его, она применила такой яд, что от одного прикосновения можно умереть. То есть эта ведьма Путана намазала свою грудь ядом, а сама приняла облик прекрасной девушки, такой красивой, как Лакшми. Камса подослал ее, заплатил ей деньги. Кришна был совсем маленький. Хотя это не имеет никакого значения. Сколько бы ему ни было лет, будь он младенцем или 120 лет от роду, он знает все. Он знает все, что происходит в каждом уголке творения. Если где-то в каком-то отдаленном уголке какой-то из вселенных что-то происходит, Кришна узнает об этом в ту же секунду. Ему не нужно ждать информации. В ту же самую секунду он знает. То есть вот в этот самый момент он знает, что где происходит. Таков Кришна. И когда Кришна был младенцем, если он играет лилы новорожденного, это не значит, что он не является Кришной, могущественным Кришной. Итак, Путана берет его на руки. И кормит его, начинает кормить его грудью, намазанной ядом. Кришне совершенно неинтересно, кто как выглядит. Ему все равно.
ему нет дела до материального тела. К примеру, он пролил милость на Кубджу. Он назвал ее прекрасной Сундари. Она говорила, зачем ты издеваешься надо мной, какая я красавица. А Кришна сказал, что я не смотрю на твое материальное тело, я не шучу, не подшучиваю над тобой. Ты правда красавица. Твоя душа прекрасна. И в конце концов Кришна сделал ее тело прекрасным. Так вот, Путана хотела очень жестоко убить маленького Кришну. Тем не менее, он освободил ее. Вместе с ее молоком он втянул в себя ее жизнь, ее атму. Он подумал, несмотря на то, что она хотела убить меня, она пришла, приняла облик моей матери, то есть пришла как мать ко мне. Хотела накормить меня грудным молоком. Этого уже достаточно. Он закрыл глаза на то, что она хотела его убить. То есть настолько милостив Кришна. Он видит только положительные моменты. Она пришла как мать. Поэтому он, после того, как Путана оставила тело, Кришна даровал ей замечательное служение кормилицы, Дхатри. Когда рождается ребенок, есть те, кто выполняет работу помощницы, помощницы, кто присматривает за ребенком. И вот она как раз такое служение выполняет в духовном мире. То есть, если даже того, кто хотел жестоко убить Кришну, Кришна наделяет таким благом, кому же еще поклоняться? И что поклоняться полубогам или каким-то инкарнациям Бхагавана? Конечно же, гораздо разумнее поклоняться Кришне. Бхагаван Шри Кришна не отличен от своей Дхаммы. Кришна всепривлекающий, он очарователен, так же, как и его обитель. Но я уже много раз говорил о том, в каком настроении мы должны приходить во Вриндаван. Вчера я рассказывала о настроении Махапрабху. Махапрабху ходил пешком, потому что в то время не было ни машин, ни какого-либо транспорта. Он прошел огромное расстояние. То есть, когда он совершал паломничество по Южной Индии, от Пури, от Пурушоттамадхамы, он прошел пешком, обошел всю Южную Индию. Махапрабху был саньяси, поэтому он не мог ездить ни на лошади, ни на слоне, он ходил пешком и проделал огромное путешествие.
wanted to go to Vrindavan, but by the advice of Sanatana Gosvami, как вы помните, Махапрабху на пути во Вриндаван встретился с Санатаной Госвами, и Санатана Госвами посоветовал ему пойти во Вриндаван в одиночестве, без толпы, которая шла с ним. Он думал, как это возможно? Махапрабху согласился, как это возможно пойти в такое сокровенное место во Вриндаван с огромной толпой людей, преданных. Если будет столько людей, как я почувствую атмосферу Вриндавана, как я услышу мелодию флейты Кришны? Настоящие парамахамсы, которые приходят во Вриндаван, такие как Прабхупад, Бхактивинода Такур, слышат вамшидани Кришны, флейту Кришны. Вы не знаете об этом, но Шрила Сачинанда Бхактивинода Такур принял решение отправиться во Вриндаван, чтобы там совершать баджан. Он даже построил на Радхакунде замечательный баджан-кутир. Я всегда там останавливаюсь. Сейчас там уже построили небольшое здание. Я ни о чем не просил, но вот построили. Но раньше я всегда останавливался в месте Бхактивинода Такура и Прабхупады. Больше чем 150 лет назад Бхактивинода Такур построил этот баджан-кутир. И он уже принял решение жить там. Но между тем, Шанкар Бхагаван, то есть Бхактивинода Такур поехал в Дваракешвар. Здесь, в Бенгалии, есть, находится это место, там храм Махадева. Когда еще был совсем маленьким, я ездил туда. Я очень любил его, не знаю почему. Я рисовал его постоянно. А сейчас я узнал, что там он необыкновенный Махадев, там это Сада Шива. От моей Гуру Варги, от Бхактивинода Такура я узнал, что это божество необычный Махадев, он сам Сада Шив. То есть это тот, кто помогает в баджане. И я туда ездил, пешком даже проходил, долго, 150 километров пешком проходил, и в пятом классе, когда учился, с водой шел, чтобы полить Махадеву. Так вот, этот самый Шанкар Бхагаван, когда Бхактивинода Такур приехал туда, приснился ему, пришел к нему во сне. О, ты решил оставить Навадвипатхаму, ты решил совершать баджан в Радже, но разве ты не знаешь, это же тоже Вриндаван. Это тот же самый Вриндаван. Ты что, не хочешь больше служить Навадвипе? Ты же ответственен, это твоя ответственность на служение Навадвипатхаме. И с тех пор Бхактивинода Такур ездил, то есть он решил, что он будет туда ездить на какой-то короткий промежуток времени, на несколько дней. И именно с того момента он начал усиленно восстанавливать святые места здесь, в Майпуре, Чайтанья Матха, Шрива Санган, Йога Питх и так далее. На самом деле, Чайтанья Матха — это дом Чандрашекхара Ачарьи, который являлся дядей Махапрабху. То есть Бхактивинода Такур
открыл все забытые места Игоря Махапрабху и написал много книг, доказал сахаджиям, где истинное место рождения Махапрабху. Махапрабху утверждали, что место рождения находится в Навадвипе, в другом месте. Для подтверждения Бхактивинода Тхакур принес Джаганнадас Бабаджи Махараджа, которому было в тот момент 120 лет, на место рождения Махапрабху, и там он затанцевал, стал подпрыгивать. Он подтвердил, что это подлинное место явления Чайтанья Махапрабху. То есть с внешней точки зрения Бхактивинода Тхакур перестал ездить во Врадж, но он в действительности всегда в уме находился там. Кто такой истинный Браджавасия? Прабхупад объясняет, что это тот, кто телом, умом и речью, органами чувств старается удовлетворить Кришну. Не так, что лишь тот, кто живет во Врадже, является Браджаваси. Я уже рассказывал, как Махапрабху шел во Вриндаван через Аллахабад и другие места. В конце концов, в Мадхуре он встретился с Браманом. Я уже рассказывал об этом. Саунулья Браман, который был учеником Мадхавендры Пурипада. И в соответствии с... То есть он, Махапрабху, захотел пойти по стопам Мадхавендры Пурипада и также принять прасад в доме этого Брамана. То есть такое правило, что не нужно размышлять над словами Гуру и Вайшнава. Имеется в виду, что не нужно оценивать их, думать, правильно это или неправильно. Если Вайшнавы говорят и делают что-то, мы должны следовать этому и принимать как истину. В конце концов, он остановился на Акрургате, потому что это было уединенное место, и никто не мог потревожить его там. Ведь Махапрабху был настолько привлекателен, что каждый, кто увидел, не мог пройти мимо. Он был очень высоким. Что же говорить о простых людях, как они привлекались? Да даже дикие животные, такие как тигры, слоны, все они бежали к Махапрабху, привлекались им. Настолько прекрасен был Махапрабху. Brahman, Balabhadra collecting some fruits and flowers from forest is there. At the bank of Jamuna, so many sabji, so many things. Balabhadra, который сопровождал Махапрабху, собирал какие-то сабджи. В то время во Вриндаване было много фруктов, овощей, которые просто росли на деревьях. Да даже 100-200 лет назад во Вриндаване бедняки спокойно жили, им не нужно было ничего покупать, они просто собирали фрукты и овощи. Это теперь нужно столько денег, чтобы ходить на рынок, покупать продукты. В то время все вели очень простую жизнь, без проблем. Они... Вы поразились, если бы узнали, как раньше жили люди. Можно было посадить, что вы не посадили, все всегда росло. И всюду священные реки, и Ганга, Сарасвати, Маханади, бесчисленное количество святых рек. Если примете омовение в Ганге, вы смоете грехи,
с бесчисленных, смойте грехи бесчисленных жизней, которые были накоплены вами в прошлых жизнях. Если с именами Кришны вы будете принимать омовение, но не нужно принимать омовение как материалист. Вы приходите к Ганге, прежде всего предложите поклоны, затем окропите свою голову каплями воды, возьмите ее, то есть выпейте несколько капель воды, затем предложите воду Ганге Нитянанде Прабху, затем Гауранге Махапрабху. Таково поклонение, процесс поклонения. Если вы будете принимать омовение таким образом, у вас появится много энтузиазма, углубятся ваше осознание, ваше сознание возвысится. То есть появится осознание, которое позволит, то есть ваше осознание углубится. Итак, Валабхадра готовил, Махапрабху посещал святые места Вриндавана. Он повторял святые имена, на им летали. А в 2-3 часа дня он возвращался на Акрурагат. Многие глупцы, сейчас много глупцов заявляют, что Кришна явился во Вриндаване. Когда Махапрабху услышал это, а не нужно забывать, что Махапрабху — это сам Кришна, он удивился. Правда? Кто это видел? Многие видели, ответили ему. А когда? Но... То есть ему где Кришна явился? Ему стали рассказывать, что вот ночью он появляется на Калия-Наге, на Калия-Гате и танцует на головах змея Калия. Плохие новости. То есть подобные новости очень быстро распространяются. Но настоящие, стоящие новости не распространяются так быстро повсюду. Что Шрила Прабхупада, чистый баджан, чистый преданный совершает баджан, где-то дает лекции. Об этом новости так быстро не распространяются. Но когда какой-то нечестивый саньяси дает лекции в Чикаго, говорит он там, может быть, о материальных вещах совершенно, но все новости об этом очень быстро распространяются, и всем очень нравится. То есть вот это вот его ложная харикатха, какие-то заблуждения, о которых он говорит, которые он высказывает, очень быстро распространяются среди людей. Но подлинная харикатха так быстро не распространяется. Как ветер. Все эти ложные заключения расходятся в обществе. Но Сиддханту, подлинную Сиддханту, никто не хочет слушать. Можете ее всюду залить, и в интернет, на веб-сайт, и на YouTube. Никому это не интересно. Какие-то фальшивые новости все хотят слышать. Всем интересно. Но не подлинная харикатха. Итак, вот эти слухи достигли Акрургата, где остановился Махапрабху. И сам Валабхадра уже сказал Махапрабху: «Я слышал, что Кришна опять пришел во Вриндаван, опять явился во Вриндаване. Пожалуйста, ты мне разреши, я схожу, посмотрю. Мне очень хочется увидеть Кришну, получить его даршан».
Махапрабху на это сказал, что поделать, ступай. Нет, он наоборот сказал, сиди, никуда не ходи, это бессмысленно. Тогда пришел один образованный человек. Махапрабху спросил, откуда вы? Я из Вриндавана. О, вы слышали? Вы там видели Кришну? Слышали новости? Конечно, я слышал, но это глупости. Почему это глупости? Потому что на самом деле один рыбак ночью на небольшой лодке с фонарем ловит рыбу. А издалека тень со светом такой эффект создает, как будто бы вправду там Кришна и танцует на головах Калии. На головах Калии есть бриллиант, то есть драгоценный камень. И фонарь этого рыбака напоминает как раз именно вот этот вот бриллиант. И тогда Махапрабху сказал Валабхадре, ну что ты глупый, хотел увидеть Кришну во Вриндаване. Но вот эти слухи, что Кришна явился во Вриндаване, они не были фальшивыми, потому что это действительно было так, но никто не знал, где подлинный Кришна. То есть, что Кришна явился вновь во Вриндаван, пришел вновь во Вриндаван, все знали, но никто не знал, где он, кто это. Итак, майя постоянно пытается сбить нас с истинного пути. Стремится обмануть нас. Один Браджаваси, высокий Кришнадас, подошел к Махапрабху, когда тот сидел на Имлитале под деревом и воспевал святые имена. «Откуда ты?» «Я только что переплыл с того берега Ямуны. Сегодня я проснулся от того, что ты приснился мне. Я увидел тебя во сне и сразу же побежал сюда. Я приехал сюда и внезапно увидел тебя здесь. Это какое-то чудо. Похоже, это Кришна устроил. Теперь я всегда буду с тобой». И так он также стал сопровождать Махапрабху. Однажды Махапрабху шел по берегу Ямуны. А Кришнадас, Валабхадра, еще один преданный, следовали за ним. Махапрабху шел очень быстро, потому что он очень высокий. Когда, то есть один шаг Махапрабху равняется вашим пяти. Поэтому он очень быстро ходил. Один Браджаваси переплывал Ямуну с йогуртом, чтобы продать его в Матхуре. Он уже сошел с лодки, на его голове был большой горшок с йогуртом. Он встретился с Махапрабху, спросил, хотите йогурта? Махапрабху согласился. У вас есть куда положить вам? У меня ничего нет. Но как же я вам дам его? Но если ты согласен, то дай мне его. И он ему дал весь горшок, и Махапрабху все выпил. Это весь этот огромный горшок с йогуртом. Вернул назад пустой горшок. Браджаваси спросил, а деньги? А денег у меня нет, ты же мне не сказал, что платить нужно. Ты спросил, йогурт хочешь? Я сказал, да, хочу. Но про деньги ты ничего не сказал. Я же саньяси, у меня денег нет.
что же делать, мне нужны деньги. Ну, там идут сейчас преданные, ты у них спроси деньги, а я пойду. И Махапрабху часто такие лилы являл. И Махапрабху преподносит нам урок тем самым, когда вы идете во Вриндаван, необходимо следовать за совершенным Раджаваси. К примеру, сам Махапрабху наставлял Джагадананду, когда ты будешь во Вриндаване, всегда будь санатаной, ни на секунду не отходи от него. Потому что Санатан Гасай был Браджаваси, вечным Браджаваси. Также Санатана Госвами является Самбанда Гьяной Ачарьей, тем, кто помогает установить отношения с Господом. Поэтому наставление Махапрабху Джагадананде, точнее нам, заключалось в том, что нужно всегда всегда находиться под руководством чистого преданного, настоящего Браджаваси. Тогда ты сможешь понять, что такое Дхамма, что такое подлинный облик Дхаммы, Дхамма Сварупа. Но и сам Махапрабху следовал этому правилу. Он совершал парикраму в обществе Браджаваси и вот этого брахмана Смадхура. В Чайтанья-чаритамрите не приводится детальной информации о паломничестве Махапрабху. Но из разных источников, тем не менее, я кое-что знаю, но не в деталях. Там лишь сказано, что в каждом лесу Браджа, он делал одно и то же, являл подобные лилы. То есть он начал парикраму, пошел в Бутешвар, еще несколько мест, затем Мадхуван. День за днем мы будем обсуждать эти леса. Мадхуван — тот самый лес, где Друва совершал баджан. Из Мадхувана Махапрабху отправился в Талаван. Также я позже и о Талаване расскажу. Затем он пошел в Кумудван. Говорится, что в какой бы лес Махапрабху не приходил, птицы и звери подходили к нему, начинали облизывать его. Коровы бежали к Махапрабху. Пастухи ничего не могли поделать со своими коровами. Коровы неслись к Махапрабху. Так Махапрабху пел и танцевал в каждом лесу Вриндавана. И вспоминал трансцендентные бесчисленные игры. Махапрабху — это сам Кришна. Но он являл такую лилу, что казалось бы, что он абсолютный безумец, что он обезумел. Как будто бы он полностью потерял рассудок. Он, потому что он испытывал единение со Святой Дхаммой. В конце концов, Махапрабху пришел в Кумудван.
Бхагаван Си Кришна doing Раса Лила, water game, Раса Лила, different. Бхагаван Си Кришна совершал разные игры во Вриндаване. В Кумудване он также являл особые лилы. Там проходила раса лила. Не в одном месте раса лила происходила. Много-много таких мест было. К примеру, на берегу Ямуны. Как только прошла Пурнима, Шарада Пурнима, то сейчас вот только что завершилась Пурнима, она называлась Шарада Пурнима. И вот на эту Пурниму Кришна совершал танец раса. А второй танец раса проходил на следующую Пурниму, которая будет следующую Пурниму под названием Васанта. Васанта Пурнима. На эту Пурниму Кришна совершал танец раса на Говардхане. Порой Кришна совершает расу на Рассаули. Это очень далеко. Туда не машины ездят. Глухой лес там. И Кумудван Махапрабху посещал, там он танцевал. Я говорил о том, что изначально было 5008 кунд во Врадже. Сейчас даже 508 не насчитать. Все они исчезли, потому что мы бессердечные. Поэтому Дхамма постепенно скрывает себя от нашего взора. То есть сейчас даже 508 мы не можем насчитать кунд во Врадже. Большинство кунд просто исчезли. Такова природа Дхаммы. Если она видит преданных, то она проявляет себя. А если ситуация неблагоприятна, не расположена к чистому преданному служению, она скрывает себя. То есть она может и, то есть она находится здесь, но никто не может ее увидеть, никто не может понять, что она здесь. Конечно, хотелось бы пройти напрямую по стопам Махапрабху, но в точности, к сожалению, это не получится. Махапрабху потом пошел на Шантана, Кунду, затем Бахулаван. Позднее мы будем в деталях обсуждать каждое место. Затем он пошел в Бихалван. Он не один, их 3-4. Затем он пошел в Рал. Затем еще одно место, потом в Радакунду, на Радакунду. Деревня, в которой находится Радакунда и Шьямакунда, называется Арит. Деревня Арит. Махапрабху спросил Браджаваси, не могли бы вы подсказать, где Радакунда здесь?
Да, мы слышали о ней, но мы не знаем, где она. То есть Махапрабху специально спросил Браджаваси, где здесь Шьяма Кунда и Рада Кунда. Но Браджаваси ответить не смогли. Мы понятия не имеем, где. Мы слышали о них, но не знаем, где они. Тогда Махапрабху, подшучивая, забавляясь, пошел в рисовые поля, и там начал эти поля, они залиты водой, и он начал окроплять свою голову водой, и воспевать славу Радхакунды. Люди смотрели на это, на Махапрабху, и говорили, он так прекрасен, как Кришна. Наверняка это и есть тот здесь Радхакунда. То есть Махапрабху таким образом показал, что здесь Радхакунда, а чуть поодаль Шьямакунда. Просто в то время они были скрыты. И затем, при пожеланию Браджаваси, пожеланию Рагунада Дасгасая, свершилось полное восстановление Радхакунда и Шьямакунда. Конечно же, это неправильное слово «восстановление», потому что в действительности оно неприменимо к таким трансцендентным местам, как Радха Кунда и Шьяма Кунда, ведь они вечно существуют. Тем не менее, мы вынуждены прибегать к таким материальным обозначениям. Появился один богатый человек, который дал пожертвование на восстановление. Когда кунду вновь копали, много историй с этим. Там Панча Пандавы приснились во сне Рагунатху Госвами и сказали, не выбрасывай нас, мы там, на берегу Радхакунды. Не срубайте нас. Они приняли форму дерева. И тогда, то есть они попросили не срубать дерево, в форме которого они находились на Радхакунде. И Рагунатху Госвами пришлось как-то Радхакунду сделать вот такой формы, которую мы знаем и сейчас. Она с изгибами. Потому что пришлось это дерево обстраивать, чтобы не срубать его. Рагунатха Дас Госвами жил на берегах Радхакунды и трижды в день принимал омовение в ней. После Радхакунды Шьямакунды Махапрабху принял решение получить даршан Шринаджи. В то время божество находилось там. Примерно 50 лет до появления там Махапрабху, Мадхавендра Пурипат. Приходил туда. И в то время Шринаджи Махарадж был там, на Говардхане. Когда по желанию самого божества его нашли, я завтра буду об этом в деталях рассказывать. То есть Шринаджи Махарадж был найден и восстановлен, то есть ему поклонялись там. Но потом мусульманские цари, мусульманский правитель хотел разрушить храм, разрушить божество, поэтому его для того, чтобы спасти, перенесли. Some years back, 40 or 50 years back, before,
Когда Мадхавендра Пурипат отыскал это божество, он установил поклонение ему в храме на вершине холма Говардхан. Раньше я останавливался на берегу Говиндакунды. Завтра мы поговорим о том, как Махапрабху получил даршан Шринаджи. Яшантам на виду сура сургана девая тасмай намаха. Панчакарпатарвасаке басана. Патитанам павана. Вишна бьюрна.